Снизить смертность от онкологических заболеваний возможно, если диагностировать рак на ранней стадии, отмечают медики. А для этого необходим не только штат высококвалифицированных специалистов, но и дополнительные амбулаторные центры онкологической помощи. В настоящее время в регионе их 6, 4 в Самаре и по одному в Тольятти и Сызрани. Совсем скоро подобное откроется в Куйбышевском районе на базе 10-й городской больницы. В центре смогут обслуживаться до 200 тысяч человек. Население понимает, одобряет, и все с нетерпением ждут открытия этого центра, потому что это избавит от необходимости как раз постоянно ездить в город и обращаться в онкологический центр. Для пациентов откроют маммографические, рентген-кабинеты, кабинеты бронхо- и гастроскопии. Отдельно будет принимать врач-онколог. Создание таких центров направлено на раннее выявление раковых заболеваний. Своевременное лечение позволит избавить больного от злокачественной опухоли и сохранить качество жизни на прежнем комфортном уровне. В ЦАОП может обратиться пациент и получить консультацию врача-онколога, пройти диагностические исследования для установки или исключения диагноза злокачественного образования. И в дальнейшем он может быть направлен на специальное лечение либо в областной онкологический диспансер, либо в 5-ю городскую больницу города Тольятти. Амбулаторный центр онкологической помощи в Куйбышевском районе Самары своих первых пациентов примет уже в ноябре. В здании завершаются строительные работы. Они выполнены на 90%. По итогам 2021 года в ЦАУПы региона обратились 19 тысяч человек. За 5 месяцев этого года порядка 15 тысяч пациентов получили необходимую помощь медиков. Ольга Павлова, Григорий Плешаков. События.